нового дня. Счастья, радость, ваши уходы, подарунки вам, Бада. Вот здесь вот, распишитесь, пожалуйста. Дякую. Так, с Новым роком, будь добра. І вас з Новим роком. Сашенька посилку з Розетки привезли. Что, Йопя? Надо на камеру снять. Они за распаковку не щипидают. Что мы раскрыли гигантскую коробку активного ребеночка сухого производства фирмы Памперс. Данный малыш поставляется в третьем размере, весом от 4 до 9 килограмм, конкретно этот 7 килограмм, с шириной тазовой части 132 миллиметра. Ну, где-то рядом 130 миллиметров. Отдельно стоит рассмотреть детские фильтры, поставляемые в комплекте. Вот вы видите, один такой надет уже на малыше. Их тут достаточно много. Ну, вот, достанем какой-нибудь. Данные детские фильтры очень удобны в использовании как для родителей, так и для малышей. Главное их преимущество – это легкость. Они не мешают вашему малышу двигаться, быть активным, быть подвижным, не ограничивают, никак не стесняют их движения. Очень хорошо тянутся, как боковушечки. Посмотрите, очень сильно и легко растягиваются, возвращаются в исходное положение. Имеют защитные растяжечки дополнительные в районе ножек, так что весь выхлоп вашего ребеночка останется прямо в этом фильтре, никуда не вылезет наружу. Мягенькая внутренняя часть, из опыта могу сказать, хорошо впитывает и достаточно долго можно не думать о том, а нужно ли его сменить. Хотя, конечно, указанные тут 12 часов меня несколько смущает. Единственное, что вызывает у меня недоумение, это вот вы можете видеть знак радиационной опасности на фильтре. Но, наверное, производитель что-то знает о выхлопной системе малышей. В целом данные фильтры являются оптимальными для малышей с указанными параметрами по соотношению цена и качество, по носимости, удобству использования. Рекомендую всем, кто хочет или уже обзавелся такими замечательными малышами. Насколько активным может быть малыш в этих подгузниках, вы можете посмотреть на видео. Ссылка на товар на сайте Розетка в описании к данному видео. Всем спасибо, здоровья вам и вашим деткам!